На 21 апреля в Прикамье подтверждено 53 529 диагнозов коронавирусной инфекции. Справились с болезнью за весь период 48 275 человек. Скончалось 2094. По данным Оперштаба, соблюдает карантин 973 жителя региона. Березняковские медики сообщают, что с ковидом у них 39 пациентов. На домашнем карантине 520 березняковцев. В инфекционном отделении горбольницы Соликамска с коронавирусом 98 пациентов. 77 из них – жители нашего города. Побороли инфекцию с начала пандемии 1864 человека. Умерло 24. Под присмотром врачей 37 соликамцев. Соблюдайте масочный режим в общественных местах и чаще мойте руки с мылом. Олеся Петровичева, Михаил Морошкин, телекомпания «Соль ТВ».